Я снимаю. А, давай, скажи. 12 мы пришли в бассейн. Привет, сегодня мы пришли в бассейн. Красота. Вот. Богданчик с вами в этот раз? Да, Богданчик с нами. Мы сейчас будем первый раз купать Богданчика. Он вообще первый раз в бассейне, в принципе, будет. Да, Богдан? Сюда. Вот это эмоции. Ему интересно, он уже раскружился весь, не поймет, что тут вода, где, что. Куда мне идти, куда вот мне ползти. Да. Ева! Ев! Ну как, ты счастлива? Да. Идем вот здесь вот взрослый бассейн, там детский. Мы сюда приезжаем уже не первый раз и часто купаемся с детками. А обычно вон с той стороны, вот это мама, где-то меня можно здесь увидеть. Обычно с другой стороны, летняя зона отдыха, там тоже огромный бассейн. А детский бассейн с морской водой. Не слышу, дочь. А. Уже? Уже нырять? Да. Ну давай скорее. Побежала наша крошка. Сейчас посмотрим, как она ныряет. Вот это да. Давай, раз, два, три. Ого! Это да. Ева у нас неплохо плавает, да, не боится. Богдан, ну в шоке. Пойдем? Ты тоже уже пойдем? О, смотри аккуратно, а то тут скользко, Дим. Пойдем. Теплая вода. Сейчас папа пойдет. Стой, подожди. Чего? Телефон-то надо выложить. А то телефон бы искупал, да? Пойдем. Аккуратно только, ты его всего не кунай. Он еще у нас не умеет, он еще малыш. Привет. Привет. Не поймешь, кого снимать, то ли эту красавицу, которая обливается, скачет, то ли папу с малышом. Смотри. Иди к папе с Богданчиком. Я кстати не буду здесь. Он не поймет. Он ага. Давай, папа. Что за большая ванная? Тихо. Он не поймет. Фу-фу. Мы, кстати, Богдана взяли первый раз попробовать подгузник для плавания. Надеемся, ему очень понравится. Слушай, теплая, да, вода? Ну такая, да. Это сначала приятная. Залез, как бы. Прохладно. Вот это да. Нырять будем? Сейчас первый раз Богдан нырнет. Нет, аккуратно. Раз. Не страшно. Мне. Три. Вот это да. Ну, самое главное, не испугался. Все, Дим, ему страшновато, он так не приучен, как Ева. А когда первый раз, всегда надо так. Всегда первый раз надо. А куда она убежала? Она куда? В бурбулечку пошла. В джакузи. А. Там кнопку включай. Еще и включать надо, дочь. Где-то вот была кнопочка. Да. Там, кстати, находится сауна и хамам, но сегодня работает только сауна, к сожалению. Зайко, я даже не знаю, что они, наверное, нужно нажать. Смотри. Давай, аккуратно, смотри, там можно удариться, нужно здесь быть очень осторожным. Тоже стоит. Вода соленая. Соленая? Да? Это теплая, попробуй, мам. Ну, теплая, дочь. Нет. Теплая. Достаточно теплая водичка. Ну, не знаю, очень классно. Сегодня здесь
невероятная атмосфера, народу практически нет, здесь очень комфортно, очень тепло и всегда очень чисто.